Заразившихся коронавирусом за последние сутки в Беларуси стало на 507 человек больше. Официальные данные опубликовал Минздрав. Специалисты Всемирной организации здравоохранения прогнозируют окончание пандемии в этом году при условии, если как можно больше людей пройдут вакцинацию. В Гродно в наличии есть препараты российского и китайского производства. Первый компонент у нас получило уже 51,7% населения. Вторым компонентом охвачено 45,8% населения. С 27 декабря прошлого года начата вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет с использованием китайской вакцины Вирацел. И так первую дозу у нас получило уже 24 ребенка. Кроме того, активно прививаются беременные женщины. В областном центре иммунизировались уже 254 будущие мамы. Им также показан китайский препарат. А вот однокомпонентный спутник Light выбирают для ревакцинации. Она показана людям, которые привились полгода назад. Чаще всего это население старшего возраста и люди, чья деятельность предполагает большое количество контактов. Ревакцинацию прошли в Гродно более 7 тысяч человек. Медики напоминают, что вакцинация полностью не защитит от заражения коронавирусом, но сможет облегчить течение заболевания. К тому же сейчас по миру распространяется новый штамм омикрон. Он также выявлен и в нашей стране. Как отмечают мировые специалисты, омикрон преимущественно поражает верхние дыхательные пути, нос и носоглотку. В то время как на легкие он распространяется менее активно по сравнению с предыдущими штаммами. Также напомним, в Беларуси отменена обязательная самоизоляция для въезжающих в страну, в том числе и из красной зоны.